Алло. Тут звонил один тип, врач какой-то, водителя просил. Возьмешься? Я доктор, но не врач. Я музыкант и собираюсь в турне по Южным Штатам. Где еще вы работали? Связи с общественностью. Вас не смущает работа на чернокожего? С вами? На юге? Проблем не оберешься. Обещай, что будешь писать. Куда я денусь? Основано на реальных событиях. Зацените корочку. Я, в принципе, не ем жареную курицу. Да все ваши ее обожают. У вас очень ограниченное представление обо мне. Во-во, я отсеку. Вы должны понимать, что я вращаюсь в высших кругах. Боюсь, вам придется обновить свои знания об этикете. Ну что вы мне яйца крутите? Раскройте свой потенциал, мистер Валилонга. Дорогая Долорес. Слыхал тут, как доктор Ширли играет? Он прямо гений какой-то. Хоть раз кусните? Я ведь просил не капать жиром на плед. Ну надо же, только не жиром на плед! Говорите, мне сюда вход запрещен? Именно так. Как он может им улыбаться и руки жать? Чтобы нести людям любовь, нужна огромная смелость. В ноябре. Что вы пишете? Письмо. Можно? Дорогая Долорес, скучаю по нашему дому. Это никуда не годится. Записывайте. Меня терзает мысль о том, что ты так далеко. Влюбиться в тебя было проще всего на свете. ПС целый детишек? Как звонко в Белла в конце 7-й симфонии Шостаковича. То есть хорошо? Идеально, Тони. Вигго Мортенсен. Выходи давай! Грубостью ничего не добьешься. Победить можно, только сохраняя достоинство. Вы сами-то в неграх не шарите. Напялили костюмчик модный и бринчите для богатеньких. Значит, я недостаточно черный и недостаточно белый. Так кто же я тогда такой? Махершала Али. Биткоина лобать каждый может. Но ваша музыка, что вы пишете, только вы так можете. Зеленая книга. А косточки куда? Вот туда. Поднимайте, Тони. Да белки бы сожрали. Поднимайте. История о настоящей дружбе.